Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Локом Гейм, продолжая прохождение Гарри Поттер и Орден Феникса. Сегодня мы будем, в принципе, до конца добивать наших студентов, выручая комнату. Сейчас Колин Криви ближе всех тут. Стой, подожди. А, нет, все. Просто непонятно, почему-то тут один через стол как-то, тут через два, да, стола. Гарри, как дела? Порядок. Так, а где Колин? Пойдем лучше в гостиную. Здесь слишком много швали болтается. Вингардиум Левиоса! Маме бы понравилось. Ага, так, а я больше не могу разве убраться? Чисто-чисто, кругогон. Мистер Пропер веселей, когда Гарри выбирает метлей. Мистер Пропер. Так, отлично. И там еще, да, вроде осталось, да. Слышали о гриффиндорской команде по квиддичу? Куром нас. Так, подожди, а где еще? А, вот она. Гарри Поттер? Привет. Вингардиум Левиоса! Так, ну и все, по идее, да, листвы нет, ну тут нет точно. Так, надо еще где во дворе посмотреть, где листва еще? Так. Ага, вот тут листва есть. Чем мы занимаемся в игре? Убираем листву, ребят. Хогвартсе. Вот где мы еще можем с вами убрать листву в Хогвартсе, ребята? Вингардиум Левиоса! Я просто надеюсь, мне за это что-то дадут за... Найден новый символ Хогвартса или что там было написано? Ага, зеленый, оранжевый, красный, еще какой-то цвет. И синий, что ли, или фиолетовый. А, ну я понял, ну тут, в принципе... Привет! Надеюсь, Амбридж возьмет Гриффиндор за жабры. Давно пора. Ну да. Распустились-то мы. Ну все, я прям всю листву, которую можно, убрал. А где еще листва? Почему задание не выполнено? Вингардиум Левиоса! Так, осторожно. Ой,
Так. Я увидел. Что у нас красным? Так, это куда у нас? Пойдем лучше в гостиную. Здесь слишком много швали болтается. Я тебе дам шваль, на тебе. Гляди-ка, а Поттера до сих пор не выгнали. Поттер, тебе повезло, что ты не в Азкабане. Чего они пристают? Премудрый чудила. Не смешно. Вингардиум Левиоса! Отлично! Так, и давайте еще одну игрушку с вами поиграем. Мне тоже вот интересно. Уизли наш как король! Это? В игре он полный ноль! Кто это сказал? Ты? Привет, Гарри! Привет! Слышали о гриффиндорской команде по квиддичу? Куром нас! А, бежишь? Чего это ты? Драка! Остолбенеть! Давай, Гарри, вставай! Береги! Давай, Гарри! Да блин, вставай, Гарри! Заклинание драки, где они? Иду кто? Защита от любых заклинаний в любом случае. Вверх, вверх. Защита от любых заклинаний в случае с соревновательным применением. Эго. Оглушает противника. Ага, и вот это как? Вниз, да? Эксперимент обезоруживает упавшего противника. Ага. Оглушает. Я понял. И это защищает, да, вверх? Продолжай! Давай, давай. Нет! Как так? Гарри, как так? Гарри, ты в порядке? Да. Чё? Где мы оказались? Мы в больничном крыле оказались. Депульсо! Отлично, Гарри. Ага, мы еще заселить можем. Так, а что за напиток тут? Инсендио! Так, отлично. Так, а мы все кровати, да, тут застелили? Угу. Куда работники Хогвартса смотрят? Почему я за них всю работу делаю? Подождите. Депульсо! Так, я зажег?
Тут горит. Тут горит. Не вижу. Горит, не горит. Да-да-да, горит. Все. Так, это вообще сетка что-то. Инцендио! Я спас вас? Простите, можно мне здесь пройти? Нет, спрашивай у меня, если хочешь пройти. Так я у вас ты не спрашивал. Ты имеешь в виду, что он должен спросить у меня? Вы оба не знаете, о чем говорите. А можно поговорить с вами всеми? Можно, но ничего хорошего из этого не выйдет. Угадай, где я, и я тебя пропущу. Мне нужно вас найти? Ладно. Ага. Так, тут ничего нет? Ничего нет, да? Депульсо! Ты на зелье варенье? Легко. Оп. Что-то разрушено. Мы не соберем. Я это после работы здесь устроюсь. Вингардиум Левиоса. После когда закончу, после работы говорю, после окончания учебы устроюсь уборщиком тут. Буду убирать, ремонтировать, тут дети будут ломать, все. А я. Реально, симулятор работника Хогвартса. Я эти, знаете, обязанности Филча выполняю, походу. Акция. Ну давай, следуйте. Приключения. Так, стой, куда? А, вниз, да, все-таки. Я подумал, карте не показывает. Привет, Гарри! Привет! Ты говоришь. Вы видели большего идиота? Я нет. Экспеллиармус! Махач! Сейчас мы покажем. Так, подойди, только для начала я хотел глянуть. Так, какие подсказки? Не подсказки, а заклинания хотел глянуть. Еще раз. Так, экспеллиармус вниз, это добить, ага, остолбеней вверх и наискосок, да, и протега вверх, защитить тебя. Все, понял. Гермиона! Остолбеней! Остолбеней! Отлично! Какие мы молодцы, ребят! Что это нам дало? И спросим, что нужно для следующего урока. Ничего это нам не дало. Поттер опять схлопотал. Так, плюй камни. Кстати, еще один интересный факт, ребят, что в школе есть клуб плюй камней. Вот, можно было там, типа, ну, в книгах есть такой, говорит, там такой, говорит, интересно, Амбридж нам запретит, типа, наш клуб плюй камней, и Рон такой говорит, да кому вам нужны эти ваш клуб плюй камней?
Ну там первокурсники в основном, в принципе, в этой игре. Плюй камни и еще с картами какие-то, какая-то игра, я не помню, как называлась. И Рон такой говорит, да кому нужны ваши камни? Так. Плюй камни. Обычные правила. Выберите большие, большие плюй камни, камни из круга. Выбейте большие плюй камни из круга, чем ваш соперник. Так, плюй камень. Отклонить, запустить, сдвинуть и выиграть 3 раза, чтобы победить чемпионат. Чемпиона. Отлично. Чтобы бросить камень, держите и нажмите. Чем дольше вы будете удерживать вниз, тем дальше полетит камень. Ну, я же вниз нажимаю. Так, немножко надо разобраться сейчас с этим. Первая игра комом, я так думаю, у нас сейчас будет. Смотри-ка! А он вообще фигня выбил, да? Он не действует, я не пойму, как вверх, вниз, как это действует, или вместе надо нажимать. Непонятно, реально не пойму. Подсказки. Ворщаком зал наград, бои. Не бои, а как плюй камни реально? А чё он не действует? Стрелка вверх, вниз. Странно. Непонятно, непонятно. Смотри-ка. Ой, походу он выбил, да? Выбил? Нет. Да, он выбил. Почему у меня тогда так не получается? Ну давай же. Он как-то такой жень, как будто зависает, хотя звуки есть, в принципе. Ну. Не зависает, потому что камеры-то я могу шевелить. Вверх-вниз, вот я нажимаю. Может, удерживать надо? Нет. Так, ладно, выйти из этой игры. Что-то он с этой игрой мне... Вылетел за круг. Это потому что непонятно, как работает, если честно. Сейчас работает, да. Раз, два, три, четыре, пять. Давай, 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 сразу две штуки и третий. Отлично. Я считаю, с одного удара сравнял счеты. Ты выиграл. Угу.
Ну, игра-то интересная, да. Только... Только непонятно. Вот реально непонятно. Я немножко не понимаю. Почему я шевелить не могу? Как объясните? А чему? Стрелять, почему я не могу? Вот не работает он. Control нет. Пробел нет. Tab нет. Сведения об игре. Пройден 33, собран предмет, так, сумма баллов обнаруженных 1700, а их 4 всего, да, найдено 40, найдено паролик партии 41, почти половину, да? А, я когда выбываю, короче, у меня это, да? Угу. Один шарик. Инсуется. Ну давай же, чё он, вот как запускать его? Давай же игру закончи, я к чертовой игру больше не буду прикасаться к этой игре. Отпусти меня, чудо-трава. Смотри-ка. Непонятно. Вот реально непонятно. Мой ход. Не, ну ты точно пофидуец победил. Вот я вперед-назад жму, он нифига не реагирует. Ха-ха! Так давай уже побеждай, друг мой.
проиграли. Да пофигу уже с этим, если честно. Выход. Все. О! Валим отсюда. Ты весь оплеван. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Как выйти отсюда? Нет, нет. Да блин. Блин, я еще и сохраниться не могу отсюда. Как выйти? А вот же написано, выйти из мини-игры. Вот тупица. Пойдем, скоро все. Урок. О все, нет, пойдем. Ну и гадость же эти плевки. Все, да, фух. Очень хочу попасть в Хогсмид. Ты пойдешь? Привет. Поттер всегда такой придурок? Или притворяется? Не притворяюсь. Так, куда? Куда? Блин, реально, сколько времени убил просто на эти плю камни. Отцо. А что это делает Коля? Колин, ты что делаешь? Привет, Колин. Что ты делаешь? Я хотел сфотографировать слизеринцев, которые наезжали на первокурсника. Нам нужны доказательства. Эти гады забросили мой фотоаппарат на крышу. Не волнуйся, Гарри вернет его тебе. Правда, что? Спасибо, это здорово. Он вот там, наверху. Как подожди. Ты его достанешь? Уверен, ты отлично для справишься. Для начала нужно спросить самого Гарри, согласен ли он на это. Смертоносные испытания. Гермион за меня все сама решила. Все, я согласен. Спасибо тебе, Гермион, конечно, лучше. Да пусть! Нет, 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 блин. Инфендио! Так, выше подними. Отлично. Так, отремонтировать. Помощь нужна? Давайте, ребят, вместе. Вот и опять, где работники? Да кто же их выращивает? Гарри, мы поможем. Серьезно? Инсендио! Да! Растения Гарри не остановят. Вингардиум левиоса! Так, теперь залезем мы. Отлично. Не, нет, ты что? Гарри, лезь. У нас отличная команда, верно, Гарри? Да, конечно, ты там внизу в безопасности стоишь, а я тут лезу. Конечно, отличная команда. Вы меня поддерживаете, как молодцы. Опа! Ты супер! Спасибо тебе! Спасибо, мои фанаты! Я люблю вас! Блин. Гарри, лезь наверх! Вот это здорово! Жаль, у меня нет фотоаппарата. Великолепно, Гарри! Еще чуть-чуть! Спайдермен! Спайдермен! Ту-ту-ту-ч! Ту-ту-ту-ч!
поломано. А как я тут перепрыгну? И чё? И как? Я не совсем понимаю. Здорово, Гарри! А теперь примени Вингардиум Левиоса и передай его нам. Есть, Гарри, ты круче всех. Спасибо. Так, я перепрыгнуть могу или что-нибудь сюда? Нет, не могу. Давай лезь дальше. Спасибо, Гарри. Хотел бы я так же здорово управляться с заклинаниями. Непременно расскажу Деннису. Гарри Поттер помог достать мой фотоаппарат. Надо же! Вот Деннис обзавидуется. Гарри, слушай, может, ты сам ему все расскажешь, а? Может быть, Гарри расскажет эту историю Деннису, если ты приведешь его на собрание отряда? Да, конечно. Ни одного собрания не пропущу. Гарри, из тебя выйдет отличный учитель. Я это точно знаю. Поднимайтесь на седьмой этаж, выручай комнату. Жалко только то, что ты отлично. В седьмой части погибнешь. Я непременно приду. А можно я принесу фотоаппарат? Нет, наверное. Нельзя фотографировать тайное собрание. Значит, не принесу. Классно, нет проблем. Спасибо, Гарри. Типа надоедли, но он, короче, тайком пробрался, когда всех студентов... По-моему, он обожрался шоколадных лягушек. А ведь его братец еще хуже. Ну, всех студентов выводили, кому 18 лет, а он, короче, пробрался незаметным. И участвовал в битве против... Распределяющая шляпа направила меня в Слизерин. Представляете? И погиб. Я, правда, не помню, от чьих рук он погиб. Точно не скажу. Но вот видите, какой молодец. Он храбрый мальчишка был. Мальчиш. Гаргульи. Замечательно. Помощь нужна? Ну давай, не отказался бы. Отлично. Гори ясно, чтобы не погасло. А вот это переулок, правда, я не помню, что тут, что вообще за переулок, хотя это могли придумать, наверное, переулок. Такого курсе, наверное, миллионных переулков, которые мы и не знаем, ну, которые ни в книге, ни в фильме не показаны были. Сам Дамблдор говорит, что замок живет собственной жизнью,
и замки появляются. У меня нет времени на болтовню. В замке, короче, появляются комнаты. Неизвестно, куда, ну, типа, пропадают, исчезают сами комнаты. Представляете? Так, стойте, подождите, а куда здесь залезть можно? Что за секретик нас тут ждет? Не бойся, Гарри, я с тобой. Я правда не знаю, куда я лезу, но так побыстрее нельзя никак. Вот тут тупик. Хотя наверх можно тут вроде по балке полезть. Только не по той балке, блин. Там было написано, рядом есть предмет, с которого можно... А, ну хотя функционировать это... Так и для чего он мне тут? Для чего сюда вообще? Просто так вы сделали, чтобы забираться, а без причины? Ну, такое себе, если честно. Может, для каких-то квестов будущих, в котором, может, птичка куда залетит, или еще что, или дневник сюда куда-нибудь. Залетите, и нужно будет кому-то доставать. Это, знаете, на что еще может похоже быть отсылка на то, что когда Дурсли мы жаловались, когда Гарри Поттер... Когда Гарри Поттер лазил по крышам достало. В школе. В этом году хоть драконов нет, не считая Амбридж. Репаро! Вингардиум Левиоса! Депульсо! Акцио! Инцендио! Чё ничего не собирается? Как это? Редукто! Странно. А, ну дальше нельзя пролезть. Походу да, для какого-то квеста. Давай. Пускай. Нет, в другую сторону только. Ну что, ребят, с вами был Лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. На этом с вами и закончим. А завтра, в принципе, уже начнем с новыми силами. Всем пока. Спайдермен, Спайдермен, Гарри Поттер, Спайдермен.